поедем. Я не понимаю, куда ты едешь. Батюшка, иди сюда, важное сообщение будет. Так, я попрошу поближе, подойдите. Прям далеко. Дело в том, что не все знают, что у нас в стране произошли очень большие изменения месяц назад. Последствия пока никто определить не может. Когда спрашиваю, я еще ни одного не увидел среди наших, которые бы вникли в это дело. Вот представьте, мне каждый день в интернете пишут: помолитесь, вот кто-то там заболел ребенок, на операцию, что-то случилось, потерял сознание, дверь взламывает, помолитесь, вот как бы быть. И просьба, помолитесь за нашего депутата Яровую Ирину. За депутата Ирину. Ну, Господи, устрой как надо. Немного погодя начинает. Помолитесь, что Бог убил Яровую эту. А сведения уже были. Я постоянно в университетах, в милиции, где вел занятия, говорил, мы переживаем невиданную свободу, которой у России не были тысячелетия. Да ни в одной стране такой свободы не было. Все это прекратилось. Через Государственную Думу приняли этот закон. Проповедь Евангелия считается преступлением, если ты не относишься к религиозной организации, которая имеет регистрацию в отделе юстиции. Вот подряд два дня мне идут сейчас сведения. Какие? Баптист. Он не ходит куда-то. Дома собирались все время. Люди, ну, придут в воскресенье посчитать Евангелие. Полицейский знал. Закон вступил. Недонесение. Ты знал, что они собираются? Знал. Почему не донес? Это закон 37-го года вступил в силу. Его штрафуют. 50 тысяч. 50. Приехал студент из Ганы. Гана. Страна такая там на юге африканец. Он принимает, его пригласили, он принимает какое-то участие там, крещение, ну что-то такое вот. Его на него наручники надели и два дня, говорит, держали там. 50 тысяч. Ни один адвокат помочь не может. А то, что у него нарушения какие-то с визовым въездом есть, 5 тысяч всего только. То есть чужие могут лезть в страну как угодно. 50, но он один. А если бы их было трое, трое это уже коллектив до миллиона. В другом месте. Вот это только-только что сейчас поступило. Они устроили площадку, качели, как у нас. Ребятишки приходят, играют, все.
И чтобы было весело, хорошо, они построились, как говорится, забегаловку небольшую. Там забежали пирожки, но на столе лежат религиозные книги. Штраф! Арест! Разломать, убрать! Насколько достоверно, я ни за что ручаться не могу. Но сведения идут очень компетентных источников. Батюшка, ты собираешься куда-то, может быть, поехать, обязательно возьми документы. Уже у нас бланки. У нас бланки. Кто хочет свидетельствовать, нас не трогают. Почему? У нас очень хорошая репутация, просто блестящая, в краевом отделе юстиции. От них руководитель Маковеев, полковник, у нас было не раз, ну просто дружеские отношения такие. Мы имеем регистрацию Крестовоздвиженского общества. Надо подумать, это наше относится или нет вот здесь, или это как одно считать. Это надо как-то определиться, узнать. Севастьяну сегодня же надо позвонить. Игра кончилась. Но нигде не написано, ни одного сведения нету, что преследуют мусульман. Ради чего? Чтобы не было экстремистских выступлений. Их не трогают. Мы стоим на грани громадного взрыва в стране. Как только коснутся мусульман, поверьте мне, вся Казань восстанет, Россию перережут пополам. Никто не видит этого и не знает. Сейчас только официально сообщили, ну, Татарстан, 75 тысяч нелегалов, которые настроены против всего, что не ведет к Аллаху и к ИГИЛу. Что с этим дальше будет? Поэтому на молитве дремать не приходится. У нас есть бланк, прислали. Кто желает получить справку и свидетельствовать везде, даже ты в машине едешь, в поезде, разговорилась, Евангелие достала, уже попадаешь под закон. У тебя, если этого нет документа, я этот документ могу выдать за всеми печати уже с подписями. Уже прислали мне из Барнаула. Кто желает получить это, чтобы не попасть в просак, чтобы задним числом не говорить, что тебя покинули и тебе не дали. Наша община имеет гарантию на проповедь Евангелия. Я сегодня могу выдать. Ты приди с паспортом, запишешь данные паспортные, распишешься и получай документы. Иди свидетельствуй. Но самое-то страшное, то, что к этому закону непрерывно пошли поправки. Про спортплощадку не было там сказано. Что на дому собрался, у себя пригласил читать Евангелие, не было. А это уже говорит прямой путь к Антихристу. Чтобы нигде Слово Божие не звучало. Я вас всех предупредил. Мы получили эти данные сразу на другой день. Как только закон приняли, мне сразу сообщили. В прошлом году принимал крещение Степаненко Максим Валерьевич. Очень хороший человек. Он сразу весь закон мне выслал. Я переслал адвокату своему Себастьяну проверить все. Он говорит, с понедельника. И все, у нас сделано так. Справка дается на другой стороне. На другой стороне бумаги регистрации краевого отдела юстиции, государственная печать. Не опоздайте. Тебе это ни копейки не стоит. Пока нам в рот они не залазят, я могу говорить о Христе, о Голгофской жертве, о близком пришествии Спасителя. Но я со стороны властей заглядываю и вижу, что они правы. Со стороны властей. Потому что совершенно бесконтрольно было, какой бесовщины не нанесли на нашу землю. Но они не знают, как это сделать. Они могут касаться всех, но не касаться православия. Пока православных нигде не трогают, они на регистрации. Как коснуться глубины этой и выйдут монахи на проповедь, это будет покрепче мусульманство. Вступится Бог, и полный разгром будет. Государству не устоять. Римская империя не наша счета. 1100 лет стояла, не 73 года. 1100 лет. И что случилось? Внутри государства поднимается один из правителей, и у него зять поднимается против него, Ликиний, он его убивает и топит. Кто это делает? Константин Великий. Христианская эра была провозглашена, там 313 год какой они берут. Они задохнулись в крови. На небе непрерывно идет молитва, о которой сегодня немногие знают. Что молиться не только, Господи, прости врагов, но есть молитва такая, накажи врагов. Эта молитва утверждена Духом Святым. Там молятся святые, убитые, и говорят, Господи, доколе ты не отомстишь им за кровь нашу? Господь говорит, доколе не войдет полное число тружеников убитых, не хватает крови.
при этих темпах кровь быстро начнет наполнять божественную благодать, где там, как показывает. И тогда Бог вступится. И что-то будет. Вы на молитве себя проверьте то, что я говорил. То, что я говорю, из Писания проверено, то, что принят закон точно, а за отдельные эпизоды, там, с Ганы, как был, ну, из разных источников. Интернет и частные люди мне сообщают. Он не имеет регистрации здесь. О том, кто имеет регистрацию, и собирался, и говорил, вот как мы едем по селам и раздаем Евангелие, Красное Евангелие, это четыре Евангелия. Там особенно хорошо написано, издано по благословению, там, Святейшего Патриарха Кирилла. Претензий у нас, на нас, к нам, никаких претензий нету. И не было никогда. Но как только они коснутся под язык залезть и что говорить, мы первые попадаем под топор. Потому что мы нигде не несем ничего, мы чисто евангельское учение преподаем. Если они против этого восстанут, нам первым придется дополнить эту чашу. Конечно, может замолкнуть, я не буду ничего делать, курочек буду резать, сепарировать, и меня никто не тронет. Тронут, не спасешься. Колорадские жуки загрызут. Соседи будут воровать каждый день. Не успеешь двери запирать, новые гости по ночам пойдут. Сегодня у нас, Лена, объяви занятие. Где? В час у батюшки. Ух, в спортзале-то нельзя. Ну, мне опять прибирать это все. У меня все разложено на столе. Там, она да. Хочет после, в школе сохранить. После 1 сентября потом она. Господи, помилуй. Какого? Ну, я на следующий сейчас мне когда отдохнуть даже, перебирать все это. Надо на столе там разложено. Я даже не думал, что это. Я хотела еще вопрос о посеве. На улице давайте, соберем. Можно поднять, а? 1 сентября уже в четверг начинается. У нас три пастуха, которые ученики. И им надо в школу ходить. И три все равно это уже как бы им ну, часто пасти. Надо, чтобы еще были пастухи. И чтобы по утрам. Кто желает деньги заработать? Кто нуждается в деньгах? Кто желает помощи оказать? Ты в школе да. Учишься. Так, еще объявление. Значит, у нас мы говорили, даже знаки устанавливали, но Борска нарушает деревенские наши. Смотришь, один едет, прет, только пыль проехала, еще полчаса пыль по дороге стоит. Ну, можно же по деревне, проехал потихоньку, по травке 5 километров, нет свои. Затем что-то делать будем, или штрафовать будем, или что. Ну, так нельзя просто, понимаете. Несется куры на дороге, ребенок, я еду как-то, смотрю, на заре бежит дороги, ну, ладно, мать сзади его догоняет. А так быстро ехал, ну, попал, все. Он же не смотрит ничего, он вперед только смотрит. Тем более ездит у нас большинство, ездит, которые не имеющие навыка, без прав. Навыка на вождение не имеют. Здесь. И гонит 60-50 километров, прет, только пыль столбом стоит. Ну, едет на чем? На тракторе. Только смотришь, трактор сзади подпрыгивает. Что вы такое-то? Ну, сами живем себе, и сами себе это... По своим, говорится, спине ездим. Ну что вы такие-то? Люба, он покажи. Ну. Я показал. Поэтому имейте, не нужно. Лишний раз не надо ездить. Батюшка, вы перебили про пасьбу. Это важный вопрос. Ну, вот просьбу. Ну, закончили, никто ничего сейчас. Ну как пока, никто ничего? Пока не скажу, подумать, они думать не будут. А что думать? Надо уже сейчас решать-то. А сейчас разойдемся на неделю, не увидимся. Ну сейчас все зарешить. Ну решай. Как сейчас? Ну кого? Ты будешь пасти? Вы нет. Можете? Нет. Володя, ты будешь? Володя, у нас выйдет. Минуты нету. Вот все, так. Виктор нет. То Исаак учится. Ну по порядку. Ося, ты не учишься. Ну и что будем делать? Домой заберем? А ничего, просто как в подстекны выгонять будем просто, да и все. Бараны потеряются сразу. Ну, Лена, запасные есть. Это их уже крепко никак. Так, Никита. Способен, нет, бегать? Но там бегать не надо, там можно потихоньку ходить. Ну вот, мы основную работу-то будем делать, когда, но не каждый. Виталий, у тебя работа есть или нет? У меня завалено, я... По утрам. Я только сегодня вздохнул, один день. Так, кому нужна справка, кто придет сегодня? В какое время договоримся? Ну, после занятий, наверное. Занятия в час? Вы да, приносите после... на занятия. Или на занятия приносите. На занятия принести? С паспортами прийти. Да. Паспорт должен, они даже, я должен посмотреть, принести журнал. После занятия останется, заполним.
Ну все тогда. Подумаем. А ты что стоишь, молчишь? На занятии. Как нет? Нет. Да подожди, ну как нет? Да ты что? О, Катя, может, она подумает и вот. Нет, почему? Да потому что. Да тебе еще деньги не нужны. Да какие дела ты там? Дела. Ну, пропасла денекся. Мне кажется, что деньги. Пропасла там. Или до обеда хотя бы. До обеда. После обеда они могут уже что-то. Хоть до обеда. Ну надо же как-то выручать друг друга. Да, нет, до обеда, что у тебя камера не приняла.